Что касательно характеристики героя, для меня он во многом очень циничный, легкомысленный, безответственный, инфантильный. В такого героя могла влюбиться Мариана, уже такая великовозрастная женщина, которая знает себе цену, но которой в жизни чего-то не хватает. Это огромный для меня опыт именно в музыкальной сфере. Все эти песни, которые я пою, они мне уже безумно нравятся. Дорогие друзья, я вас всех приглашаю на наш мюзикл «Лофт» в Театр эстрады. Обязательно приходите и получайте массу приятных впечатлений.